Ну да ладно. Хорошо, все для истории, да? Да, для истории. Вот так, для истории, запиши, потом сам послушай. Ну, устали мы немножко друг от друга с ним, устали. Потом разные. Такие встречи у нас были. Не на шутку, да? Не, ну нас на машинах потом на таком же вот возили. Вот так-то, видалка. Мы сразу там 5 монастырей, наверное, проехали. Мазь пошла, так, да? Так везде нас слышат, везде. А тебя как ждали, Пантелеймонова? Ты же уехал, а нас поселили в подвал. А если бы ты был бы, нас прекрасно нами поселили. Вот ты тоже. Я говорю, Гена, сначала поселись, потом уедь. Не лога, а лога, наверное. Может быть, лога, но мы лога. Лога это этот, буйрак. Буйрак. Овраг лога. Вот. Лога, логом называют палка. Место перед лог. Речкой, ровное место, лог, лога. А у нас балку. Балку. Ровный участок. Вот он буквально вот это вот построили, ну, месяца за два, наверное. Я вот буду 2 месяца назад. Ты не представляешь, это вот буквально вот на глазах все растет, все на глазах. Ты не знаешь, сколько бабок человек выехал здесь. Вот. Ну тут, видать, москвичи еще помогают. Нет, наверное. Он не сам сказал, нет. Сам сказал? Слышь, сам, да, он сказал, не надо. Ну вот это вот ангарчики, это все навесы, тут торговые, ну, точки будут. Да. Кто его знает, что это вот такое? У него же земля еще не выкуплена. Ой-ой-ой-ой. А он говорит, ему администрация говорит, выкупает, если я сейчас тут выкуплю, у меня такой налог бабахнет. Что мне придется мне тогда платно делать, блин, все. Давайте сначала сделаем все, что я думал. Как я задумал. А ну-ка, сколько времени идет? Успеем на часы тогда? 18:23. Нам надо будет 7 часов прямо подойти. Вот так выходит царь где? Царь 7? Да. На часы где-то. Вот знаем, там карьеры такие находят. Натуральные. Так Игорь думает приехать, да? Ну да. А то ему там пересылать видео, не пересылать, потому что она там не перейдет, там слишком много всего. Вообще-то мы просто позвоним, он, наверное, на службу не ответит. О, проезд закрыт. Где? Туда, там написано. Вот туда, вон туда, блин. Вон туда нужно. Ну то этот. Видите, лошади, поезд уже. Уже паровозик. Фу. Это не хозяин на этой машинке. Он там кони уже конями пахнет. И туда еще расширяется. Лога. У нас лога. То есть тут тебе, пожалуйста, звери. Вон они, да. Да, вот. Можете взять ружье, пострелять. Тюдюх, 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 тюдюх. Выгул кобелей запрещен. Только жучек. Музон дзонзик играет. Так это директор такого чего комбината. А это Юра лучше знает, он его друг. Чего ты спросил? Я спросил. У Ясеня. Хозяин чего? Завод у него вот как раз сделал. О! О, пошли, пошли. А, ну это он не выходит сейчас. О! Надо камеру, ты не взял камеру? Нет, не знаю. Да я ж тебе говорил. Ну я сниму, у него все будет на камере. Говорил, сколько раз говорил. Камера! Камера! Нет, я к Валеру хочу подойти, посмотреть, что за... А нам там подойдем, пошли, мы подойдем. Что за особи там скачут?
почву, что за почву сделали? ПР? Камень, что ли? Что, что, что еще? Это песок, скорее всего. Песок это засыпал, да? Пойдем сразу, пойдем здесь, а потом оттуда пойдем. Орел прилетел. Ну и вот, 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 натуральная камень. И рыба плавает, вот, смотрите. А уже запустили? Да, а и, они ее не брали, смотрите. Смотри, какие огромные. Огромные. Смотрите, какой вот плывет. Смотрите. О! Живые, знают, люди бросают. Ну да. Сколько там? А? Сюда, сюда, мы все придем. Георгиевич. Ну давай, 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 сфотографируемся. Ты что? Давай, снимай. Орлы! И орлята. Да, размах. Туда, наверх. Вон харчи сколько, бери. Масштаб это что? Харчи. А вон лось. Лось. Добралось. Добралось. Понял? И эти. Кабаны. Натуральную величину. Смотри-ка. А? Ну иди ты какой здесь красивый. А? Красавчик. Хоть крести. Ой, этот рот открыл на другой. Этот первый. Я не знаю. Тай, мам. Все было. Там. Там. Покорители Кавказа Афона и Шипки! А вы же глянь, Петрович, перед отъездом зашли. Тебе-то? Каких этих нет? Ой. Слушай, я что-то в них не понимаю толку. Да говно, я больше бы не хотел. Я тоже тут это ел. Я съел. Гоняются. А что гоняются? Вон, кабаны какие. То это есть был идет, первый последний идет, раз. Идет. Мне хвалили, хвалили. Так я в Москве, нет, мне в Москве вообще крабовым супом, но разделанные они же. Ага. Мясо одно. А здесь мы долбались, долбались с Петровичем. Рот покололи, рот. Там, да, вот это масштаб. А вон этот. А вот оттуда белый... вот выходит царь. Вот мы 7 часов подойдем. Вот там вот выходит, видишь, ворота. Белый павлин, собственная персона вон. Нас. А он павлин, наверное, открыл как раз хвост. Пошли, ну одно делает. Никак я что-то вот... Вот эту, по-моему, она была уже, ее расширили ее два раза. А народу-то столько ходило, что... Народу ты очень знаешь, много. Ты знаешь, здесь народу? Ты не представляешь. Как людей. А так, днем, воскресенье. А на праздник его так ходит. Вот эта дорожка так все тут боком, все это народу. Глянь, для тебя павлин на окно проспустил. Павлины интересно кричат. А, это венценосный журавль. Какой? Венценосный журавель. О, да? А? Танцует он, красавец. Да? Перед ней. Самое интересное, не холодно. Вот уже им. Ну, что они поели. А так они кричат. У нас же на хуторе есть. На хуторе? А что, сколько объезд делает, а? У нас электричные павлина. Тут все два белых, два таких. Да? Юра, вот это снять, потому что редко такое увидишь, чтобы он распускал. А ну приблизь чуть-чуть. О, Леонид Петрович, снимай. Трусит, трусит, да? Ну, трусит.
Это он так самку загоняет свой этот. Ну сейчас вдует. Подожди, где вдует? Ну иди сюда, паря. Ну, давай, ты нахуй. Иди сюда, все. Развалились колеса. Смотрите, чтобы они не соскочили, да не упал тогда резко. А, это вот тут. Руля не выдерживает. Не выдерживает таких асовских этих управлений. А вот сидят журавлята. У них стрелки айсты. Да. Ты уже 100 раз снимал, пошли. А я с вами ж не снимал. Пойдем, я за вами иду. Ты хоть читай, что написано. Какие слова тут хорошие. Сей травушку, муравушку, береги. Пожи. Молодецкими ноженьками да. Не топчи. Не просто не ходите, а тут такие выражения подбираются. Обрати внимание, как деревьям подбирают. Так это деревья росли тут, вот эти вот такие. Вот эти, да, вот эти. А это посаженные все. Это не, ну вот это-то росло. Селекция. А когда они цветут? Вот то есть это получается сушка сидит. Вот как в этом вот в парке, где купаемся мы, купались это. Ну, источники. Там такое вот, можно сказать, место силы, благодати. Деревья огромные растут. А вот это дома. Вот это дома. Это все работы там строят. Вон там дома. Это все здесь потом работы там. Пахарям и плотникам. А это вот кривые зеркала там. Музончик. Газончик. Пошли дальше. Пошли. Что, зеркал у нас. Мы тебе так покажем, зрителя. А ты потом закончишься, вот так вот приедешь, и тебя здесь поводят. Вот такое время. А вот я нашел, вот эти вот олени, кабаны вот это, бегали вот там. А он сделал, дочка приехала с Европы, говорит, папа, давай сделаем как в Европе, вот это, красоту. А, хорошо, мы там не остановились, он там что-то ремонт начал делать. Видишь, новое, закрыто. Нас туда бы не пустили, вот. А он там, вот видишь, вот в рот входит, там он сделал какой-то кинотеатр, или что-то там, ресторан, что там там делает. Зайка, забегайка. Да. Ты знаешь, что земля как подорожала вокруг этого парка? Да, это живые козы. Владимир Георгиевич, красота в мелочах. Видите, что он сделали? Смотрите, а? Смотрите. Какие тонкости здесь есть? Черепашки. Смотрите. Туда загляни, там яички. Смотрите, рыбка. Поворовали, было больше. Одно оттяпали. Да. Рыбка, смотрите, куда заплыла. Да, вот она. А вот типа мусорных ящиков, видите? Вот они, видите, какие ящики. Потом поворовали. Ух ты, да тут их много. А вот здесь вот. Три семечек. Подумайте, как они с ними. Лотосы. Лотосы. Сажают в этих бочках. Все вот этот лотос здесь. То есть летом, когда здесь зелень, да здесь тут вообще тут летом. А тут глубина, можно дайвингом заниматься. Глубоко. Это его... Волк одного сперли, было 4. Волка сперли? Да. Это его усадьба. И он пускает тут как бы в гости. Нет, так? Это что-то не усадьба. Нет, ну просто на себе тут благородный. Да. Вот мы сейчас пойдем посмотрим. Глянь, рыбочка. Удочка, опа, и гарпунеры. Опа.
меня сват охранником уличным работает. Они дружат, и на рыбалку вместе ездят. Сват. Смотрите, какое-то. Это новое. Да, да. Это новое поставили. Так вроде меньше, она стоит 1070, не меньше. Так же? Ну, может так и быть. Ну, стоит, посиди. Тортила, тортила. А вот, вот рыба, рыба. Нам интересует, это ж, Юра, рыбы, смотри, у меня же что-то. Будем уже гарпуны точить, смотри. Хорошие тут карпики, смотри. По дну? Хотелось бы увидеть такого. Такого. Такого с руку. Приучено, люди подходят. Знаешь, кормить будут. Плюют или еще что-нибудь делают. И они все едят. Ну, хороший, да? На хорошую. Красавец. Ну, пойдем дальше, да? Миленький. А это смотрите, как змея. А? Змея. Давайте, смотрите сюда. Пацаны. Ну, пацаны и пацанки. И раз. Два. Я как раз шапочку новую прикупил. И очень симпатично постригся. Да, и постригся. Да. По крайней мере, моложе. Ну, смотрите, хорошо. Отлично. Отлично. Все, не моргайте. Нет, трезвые все. И нормальные. Молодцы. Вон, хороший. Вот это, да, что оба глаза. Что это такое? Камень. Я сюда подниму взгляну, ладно? Юра, клиент захотел. Здорово, что вот такая фантазия широкая, да, у человека. Ну что, я тут еще нормально вырежу. И редкий случай, что-то еще совпало с его материальными возможностями. Да. Так. 9 мая спешить же сделать. 9 мая? Так, 1 мая? Да. Это что? Когда ты не думал, я редкий случай, когда это совпало. С ним фантазии и возможности. У него дочка еще, он ее посылал, училась именно во Франции где-то, дизайнер. И она придумает, и он все воплощает. Так я сделаю. Да. Я сфотографирую где-то, давай, я пошли. Нет, я просто... Вот так просто, да, вот. Стой, а ты потом просто. Раз, два. Взяли. Сейчас, стой-ка. Взяли. Ух ты, козел играет на шпагате, смотрите, опа, домино. 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 Это кот. Сапога. Да? Без сапог. Без сапог. Слушай, он зеркала везде наставил. Ну это ж кривые зеркала. Да понимаю, ну как. Симпатично. Да что ты? Ох ты, да? Карма. Карма-йога. А что там наверху? О, там вторая очередь. Там еще он делает дальше. Дорогу, виноградники,
сажают. Такой, знаешь, ну объемный проект. Объемный, очень. Очень объемный. Слушай, ну, слышь, Юр. И причем завершения проекта пока еще нет. Юр, да. Ну, вначале... А там будет пруд огромный строиться. Ну, вначале было это, поменьше и как бы да, закончено. Вот здесь да, кусочек, сделал и все, да? Да? Все. А потом... А потом, да, решил расстроиться. Он же выкупил каменные карьеры, выкупил. Выкупил это, чтобы не платить кому-то. А сам, ведь этот камень добывает, потому что камень, а смысл в камне надо. Так самое интересное, черепицу скупает через интернет старую, чтобы по старину было. С крыш старых снимают люди и продают его. А себе новую? А им новую дают, да, да, по цене такой, блин. Ну, он этот металлочерепицу покупает, да, что вы будете. Когда же вот обратите, я хотел бы сейчас ему все платить. Это просто обращай внимание, это пауки вот они, да. Вот оно, мне так, я сам хожу столько раз, я первый раз этого паука увидел, честное слово. Многие вещи, которые просто ты сначала не замечаешь. Вы чуть должны быстрее идти, а так мы будем часа три ходить, Петрович, ты же знаешь. Ну, Владимир Георгиевич, пошлите тогда. Хорошо. Пошлите, да? Засядем. Мы уже посмотрели. А он приедет летом, когда засядем. Красиво. Летом. Приедет, я здесь положу. Положу. Ты что порассказывает? А ты поснимаешь на камеру. Да, на камеру. Я просто говорю, что у нас есть с чем. Вот показывать, что здесь. Вот это, вот это тонкости какие, вот просто, вот я говорю, ну как вот красиво делают. Оно как раз уже будет сделано. Музончик играет, все как положено. Причем такая ненавязчивая, мягкая. Да. Типа релакс. Мне кажется, мы были вот, он сейчас еще не выпускает этого по часам. Мы были, он наверное, только в сезон, когда открывается. Его что же обслуживать надо. А подсветка как? Ты зимой, вот летом был вот здесь? Подсветка? Я и зимой был, и летом. Да? Ну что, если нам 10 минут подождать, то это что-то будет. Нет, она сейчас спросит. А, спроси. Можно спросить вас? А 8 будет выйдет? 7? Нет, не выходит, да? В сезон. Не выходит. Это в 12 часов, да? Да, он в сезон. 12, 3, 6. А было ж летом каждый час. Ну, выходит, то есть каждый час, у нас приехать, говорить. Привет, привет, честной народ. Да. Я не знал, честно. Я знаю, что выходит. Понял как? Выходит туда. Почему нас круче? Ну, 12. Ну, вообще, я говорю, приветствую весь честный народ. Ну да, эти были, кланяться, были в Праге, говорят, да, там часы слабее. Да, там, чем у нас? Да тут, видишь, Юр, тут. Да. А вот там ты не был туда дальше за рестораном, там да, еще да, сколько да, же? Да, я ж тебе пойдем, не, ну ты еще просто, мы столько пойдем, же. До конца не пойдем, просто сейчас его покажу чуть. Столько же. Земляки ваши все вас знают. Ну знают. Не все, но знают. Ну уже не так надоедает. А поначалу с ним ходить невозможно было. Дяденька, дайте сфотографироваться. Дяденька, дайте сфотографироваться. Я просто говорю, что дяденька сфотографироваться. А уже отказать не можно. А зачем отказывать? Потом начнут тут тебе говорить. Ага, негатив, да, и так далее. Подорожим вот так я пошли. Чего ты? Скажи, вот с казачками. Давай. С казачкой.
Чтобы не целоваться. Ну ты где знаю. А ты где знаю, ты сейчас начнешь тут. Батяня. Батяня, давай. Раз, два, три, есть. А то целоваться будет. Там вот закрыто. Спасибо, Владимир Ильич. Он по молодости не употреблял? Где вот он такой камень? Это песчаник. Это или что это? Это в песке находится такой камень. Они песок добывают? Ну, типа песчаник, кораллы, вот что такой, такой камень находится. Вот подсветка включилась уже, видишь? Ага. Тоже это ненавязчиво такое. Да. А чем же они питаются, если вся земля... Оно зарастет того сейчас. Вот это вот они посыпали, они тут земля была, они все вытоптали, все. Да. Сплошное месиво было. Все сожрали, тут ничего не было. Все вытоптали. Пикорник. Ну просто не такая порода. Да, надо же, я не думал, что они могут так вытоптать. Да. Как утки вытоптали у вас там? Да, вот-вот-вот, да. Я тоже хотел звонить. Как утки вытоптали нафиг, так, не подумаешь. Просто быстро вот здесь. Пройдем быстро, будет, очень везде. Быстро, даже не заходя туда. Птичий двор не будет заходить, ладно. Птичий двор. А там поющий фонтан. Тетерева, зайцы, попугаи, фазаны, белки. Фазаны несколько видов. Несколько, царские разные. А вон, смотрите, это стенобитное орудие. Да, вон они. Все, доставал. А самое что интересное, вот здесь вот цветы растут, вот так вот. И меняется, вот одни цветы, там другие сажают. Вот так вот, все в цветах, все. Было. Вот здесь вот это вот идет все, это все цветы. Вот это, видишь, горка, вот эта горка. Со всего мира собрал кактусы. Как? Ну сейчас они у него в этом, в ангаре. Чтоб не померзли. Чтоб не померзли. Пока он есть этот человек. Пока. Представляете, сколько. Пока-пока. Средств нужно, чтобы штат, чтобы поддерживать это все. Ага. А вот там туалет. Мужики заходят, вон, видишь, он близко. Ну. Вот это там туалет. Они заходят вот тут. А что тут всякие? Да вообще, там такая мозаика. Там так сделано. Ты просто стоит 15-20. Ну летом, я тебе говорю, вот летом, ты едешь, там вот такие красоты, вон там кто-то. Ну, Батрюм же не буду и так здорово. Нафиг тут все. Батрюм фотографировать не буду. А тут еще меч у них заберешь после третьего стакана. Как думаешь, что тут желтое? Вот желтое перечь. Как думаешь, что это? Странно. Кукуруза висит. Кукуруза! Представляешь, сплести с кукурузой вырос, настоящий почерк. Княжеты. Я плохо вижу, сейчас ближе так, подойдем. Только на ощупь, а, да? Пошли, там виноградники он посадил. Вот она такой машина, у нее попутчик. Если это початки кукурузы, то там заведется долгоносик. Ничего не зовут. Ну это пока. Вот года три уже висит, да? Пока. Нет, это вот это вы висели в этом году. Нет, в том году уже было. Ну было, но мало. А в этом мне решили больше. Заведется, я не возражаю. Пойдем, пробежим сейчас быстро там. Да я предлагаю еще немножко туда, ну, и завертать. Назад. Да, не, ну я просто. И завертать. Пока. Ой, а вот то новое, блядь. Ну да. Вот то новое. Печка. Там, печка, баба-яга там. Ага. А там много, блядь, понаделал. Посмотри. Это да. Было... На деревьях причем. И дети будут ходить по деревьям, представляете? Представляете, дети будут лазить, да, пока не сорвутся. Это он сюда понастроил там новое. Посмотри, что он сделал, гениально, это вообще гениально. Поставил столы, мангалы, вот он. Пожалуйста. Летом люди, летом. Свадьбы играют, день рождения, блин. И чисто всегда. Потому что убирают. Потому что убирают. А вот не нет, люди, вот. А набранный штаб. Нет, штаб набранный. Штаб, а да. Можно вопрос? Вы же с телевидения видели? Ну, мы? Был мы когда-то. Мы и Лохо, да? Да. Мы с вами сфотографироваться. Давайте. А я думал, говорите, вы. Мы с вами сфотографируемся. Сфотографируй, Юр, нас. Да? Юр. Давай. Мы же охраняем. Вот так вот на меня направили. Конечно, все. Конечно. Девочка. Так, стоп. Глаза.
Да! Раз, два, три. А вот это ж нажимать, правильно? Да. Еще раз. Очередная встреча. Раз, так два, называются три. Эти кадры. Проверьте. Ну, здоровится вам. Спасибо. И проверь, а то вдруг что. А, или на ваш тоже вы хотите? Да, все, так, спасибо. Или перебросите. Глаза открыты, закрыты. Перебросим. Ну, счастливенько вам. До свидания. До свидания. А там, я просто карьера, или что это? Где? Лога. Ну, вообще было, вот, ты, я сейчас вот... Дикая лога. Заросшее просто было вот это. Просто был дебри тут были, понимаешь, дебри. И волки бегали. Он все... За новой землей, за весной земли траву засеял. Ну тут должно. А это москвичи просят. Поставь домик, и мы приезжаем отдыхать. Нет, я отдохну. А он все хотим. Хотим бабки оставить. Ну да. Тут вообще ни ресторана, ничего не было. Просто такой был. Он себе построил, чтобы отдыхать ходить. Олейки себе. А они же начали все просить, давай делаем. Потом тут какие-то крепости строят. Ну там еще далеко идти. Так вот, грубо говоря... Не пойдем. Не пойдем, завертаем, ну, а да? Туда еще идти? Ага. Километр. Хорошо. Нет, вон уже это, ворота. Вон они, ну, это. Пошли, ну пошли. Слышь? Пошли. Да за деревом там где-нибудь. Да. Там. Сейчас. Ну и в пошли. Ресторане, слышь? Вот человек, как бы сказать, ну, мог идти... Насобирать, вот ясно. А как еще сюда дотащить? Вот, их возить, уложить краном. Мог эти деньги просто туда в обшор перевезти, да, деньги там и все, да, пусть лежат. Да. А он все делает. А он, да, вот, и хватило ему и на обшор, пошли, и на сам, это. А вон ворота, он да на дикое глянет. Значит, ты же говорил, дикое. Он все уже поубирал, тут нету дикого. Нет, вон он.